Привет, господа. И также мне, господа. Чуть потише, да? Мы выходим опять в наш прекрасный эфир, волшебный, дивный. Вот ты. И я вам скажу, сегодня хороший такой день. Поступила работа. И впервые за многие годы это реклама. А реклама это, знаете, IKEA, что забавно. Я делаю рекламу IKEA, но я вам скажу, первый раз за многие годы наконец-то случилась ситуация, при которой референсом является музыка Павла Карманова. И это клево по-своему, правда? Я открыл файл моей пьесы под названием «Michael Music» 2004 года, кажется, написание с моего первого альбома, прекрасного исполнения ансамбля «The Pocket Symphony». Вот Михаил Дубов у нас играл. Но сейчас мы слышим уже звуки виртуального гранд-пиано номер 3 Art Vista такой фирмы. Ну, и я вот открыл фортепиано, и сейчас буду искать скрипки. Надо сделать рекламу сегодня, срочно, к завтрашнему дню. Вот, так что... Открываем дорожку с каким-то скрипка 2, да? Сейчас тут играет какая-то глупость. Вот наш волшебный контакт. Давайте искать, что у нас есть. О, смотрите, тут есть Крис Хайн, Вайолин. Видим, да? Соло вайолин. Давайте прям берем. Она хорошая вообще, я пробовал. Музыка затихла, потому что подгрузка происходит. Вот она слева. Грузим. Сейчас заиграет опять. Секундочку. Еще немного. Вот да, все время что-то приходится ждать. Ждуны мы. Мы ждуны. Все мы ждем. То, понимаете, зарплату, то, понимаете, аванс, то вообще работу. То... Ой! 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 Понимаете, это она сейчас звучит, типа, как сказать... длинными нотами, надо как короткими, да? Сейчас найдем что-нибудь. Вот какая у нас скрипка Крис Хайн. Так, остановили. Надоело уже, стучит уже невозможно, конечно. Что у нас есть? Видите, внизу всякие вкладки разнообразные. Скрипка. А где же у нас Articulation Preset? О, о, как интересно, видите? Значит, что мы хотим? Мы хотим вот это, найти короткие стаккато, да? Нам... В этой песне вообще все просто. Шот один, например. Делаем соло этот инструмент и слушаем, что происходит, поставив соответствующий локатор. Локатор там наверху, вот локатор. Беру так, локатор, раз так сюда, чпок. Вот теперь у нас вот эта выделенная часть. Значит, вот так ее сделаем, да? Включаю, видите, что происходит. Я вам показываю в редакторе, как выглядят эти нотки. Вот видите, бежит курсор у нас. Оп!
далее. Я просто вам показываю, как это выглядит. Теперь скрипки-то мы открыли. А что же не играет? А потому что я выключил громкость. Включим громкость. Даже шорт какой-то странный. Так. Ну, покрутим. Шот один. Плохой один. Вот это слышно, да? Какие-то звуки. Что-то странное это все очень, конечно. Какой-нибудь пиката. Где у нас какой-нибудь? Спиката. А, ну тут просто, понимаете, так сделано велосити, что не слышно частично ноты. Как мы добавим все это дело? Выделяем. Выделили. И тут есть велосити, добавляем просто значение. Вот они, заиграли. Так вот это, конечно, давайте мы выровняем. Ой. Довыравнивался. Сейчас выровняем нормально. Нет, что-то мне не нравится. А вернем. Это безобразие. Просто надо добавить чувствительность, velocity. Как же мерзко, а? Звучит. Другой найдем спиката, давайте. Другое спиката. Во, что-то в этом роде. Ну что ж так сильно стреляет? Я вам скажу, можно выделить, и здесь есть MIDI-редакторе такая вещь. А, где-то тут была. Вот это velocity можно как бы усреднить. Вот, velocity. Делаем compress, expand. Попробуем. Да? Оп. Нет, это что-то не то случилось. Еще раз. А, где у нас это? MIDI function. А, velocity, да. И только не вот это, а добавить. Нет, именно это. Ну, побольше 5% сделать. Как он стреляет противно. А, хорошо, еще раз. Наоборот сделаем поменьше. О, видите, оно менее усреднилось, как бы. Классно. Ну, теперь спиката все-таки другое, конечно. О! Ну вот.
Типа того, спеката 6. Супер, господа. Мне нравится этот звук. Крис Хайн. Прикольно, да? Сейчас я поколдую чуть-чуть вот тут. Ну что, найдем такую же альт. Виола. Я даже сейчас смотрю в телефон и вижу там все так хорошо, что через телефон могу управлять контактом. Идет, что у нас закачка, поэтому остановилась музыка. Ну, если кто не верит, это действительно я. Вот он я. Так, альт. Открываем его. Вот видите, у нас альт выглядит следующим образом. Сейчас проделаем сразу вот эту вещь, который мы делали в MIDI-редакторе программы Cubase. Фу, как манерно получилось. Это было 30% типа ratio. Вот и оно выровняло, да, чуть-чуть. Так, хорошо. А где у нас тут альт? Вот у нас альт. Давайте опять же articulation. Здесь сделаем спеката 6, как и было у нас, чтобы было единообразно. А что же у нас не играет ничего? Третий канал. Так. Что такое? Конечно, я не поставил здесь. Видите, тут раз такая штучка, надо поставить на контакт, чтобы зазвучало. И замолчало. Прекрасно. Так. Что дальше? Все ли у нас в порядке? Третий канал. Вот он. Ну что, так вполне себе даже ничего. Включаем скрипку вторую. Ну и включаем фортепиано. Агрессивно звучит, конечно. Давайте-ка мы все же велосипед приберем. Прибираем велосипед. Это прямо дергают, как эти звери. Вот! Прекрасно. Включаем вторую партию, правую руку. Начинается праздник. А можно даже нотный редактор открыть, ноты.
Топ. Прикольно. Как живые прям. Что ж тут мне надо еще один рояль грузить? А то этот рояль с ними там говорит, педаль дергается, мешает. Так, как это называлось? Артвиста. Давай отсюда через меню файл. Меню файл. Здесь у меня много-много звуков. Здесь где-то был артвиста. Не тот диск, тот. Артвиста. Еще один, второй рояль подгрузим для приятности игры. А, где он? Ну, что такое? А, ну вот он. Пардон, сейчас надо подгрузить, указать ему директорию. Откуда глупая программа? Ну хорошо, хоть так делает. Все, спасибо. Рояль номер 2. Вот он. Вспоминаем 2004 год. Я очень благодарен за этот заказ в 2004 году моему бывшему другу Мише Березницкому, который отфрендил меня этим летом, кажется. Потому что я все время защищаю композитора Мартынова, моего друга, а ему это дико не нравится, как и многим вот нашим этим знаменитым хайперам. И да, но тем не менее Миша тогда устроил концерт в Доме музыки в Каменном зале. Было, по-моему, первый раз я там выступал. Мы, конечно, дружили тогда с Назаром Бужухарем, взахлеб дружили в ежедневном режиме. И вот была написана эта пьеса просто буквально за один день, за там несколько часов. Она короткая, она идет 3 минуты. И всегда и замышлялась такая увертюра к чему-то в ре-мажоре. У меня много всего в ре-мажоре, то есть можно ее подставить к чему угодно. Ребята, ноты есть и welcome высылаю. Поиграем чуть-чуть, да?
мысли какие-то дикие. Какой-то перегруз. Сейчас откроем-ка мы микшер. Микшер. Так, и чего у нас? Какой-то корявый микшер. Так, мы вот так сделаем. О, супер. Сделаем здесь потише. Ну, как это, да. Что-то, что-то там перегрузы какие-то. Отрегулировал чуть-чуть, да? Ну, так, чуть-чуть отрегулировал.
Начинается все. Нет, это уже невозможно. Это всех обижает. Дикое сравнение с чем-то таким. А мне нравится, когда, вот знаете, возвышенное соединяется с низким, получается интересный эффект. Оставайтесь с нами, друзья.